Днепропетровский проезд, что в Расторгуевской части города Видное, одна из наиболее густонаселенных территорий того района. Здесь находятся несколько малоэтажных многоквартирных домов, в которых проживают активные люди. Они хотят сделать свои дворы комфортными, поэтому на встречу с представителями администрации пришли охотно. Заместители главы Ленинского городского округа Светлана Тугова и Елена Лобачева больше часа общались с жителями. Сейчас настолько много всего в жизни происходит, что, конечно, с одного места, там, из администрации сидим, мы не можем увидеть то, что происходит в каждом уголочке нашего городского округа. Очень важно выезжать к людям, очень важно слышать их проблемы, очень важно слышать именно из первых уст. Думаю, что именно такой формат общения, он даст наиболее удачные какие-то и плоды, и решения, и это пойдет только на пользу и жителям, и нам. Формат выездной администрации теперь будет практиковаться каждую неделю. В этот раз встреча была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства и работе портала «Добродел», где жители могут оставлять свои заявки о проблемах на территории. Вода грязная, пока сольешь, уйдет очень много кубометров. И вообще по качеству сама вода очень неплохая. То есть приходится ставить специально приборы, чтобы очистить воду. Надо очистные сооружения, наверное, ставить или что-то подобное. Это один из вопросов, которые заместители главы взяли на контроль, но моментально его решить не получится. А вот проблему отсутствия отопления в некоторых квартирах Петровского проезда представители управляющей компании пообещали устранить в этот же день. После обеда с вами созвонимся и уже будем решать по ходу. Как у нас проблема решилась, не решилась с вами? Потому что мы уже в течение 2 недель пытаемся. С понедельника мы звоним, я звоню уже везде. Помимо общения с заместителями главы в формате выездной администрации, люди могут свободно взаимодействовать с начальником своего территориального отдела. Как у нас помещение будет отремонтировано, располагаться наш терраотдел будет в бывшем помещении сберегательного банка, это рядом с почтовым отделением Петровский проезд 24. У нас будет прием проводиться еженедельно, каждый четверг, с 10 до 13, и мы будем рады увидеть всех. Соответственно, для решения вопросов мы будем находиться на этой территории постоянно. Я надеюсь, что не будем откладывать до приема, будем стараться решать оперативно, ежедневно. А тематика формата выездной администрации каждую неделю будет меняться. У населения будет возможность пообщаться с каждым из заместителей главы Ленинского городского округа, который курирует свои вопросы жизнедеятельности муниципалитета. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.